Я рада бачити всіх наших постійних гостей наших вебінарів, які сьогодні доєдналися. Також вітаю нових учасників, які в нас перші на наших вебінарах. Мене звати Ольга Курна, я координаторка співпраці з університетами компанії GlobalLogic в місті Києві. Наша компанія активно співпрацює з освітньою галуззю, ми багато інвестуємо в розвиток освіти, IT-освіти в Україні. Тому ми створили платформу GlobalLogic Education, метою якої є співпраця зі студентами та викладачами університетів для покращення рівня освіти в Україні та допомоги університетам у підготовці фахівців. Ми робимо багато програм, але зараз на період карантину ми перевели всю нашу діяльність в онлайн і проводимо кожного тижня проводимо вебінари для викладачів, проводимо вебінари для студентів, і ми будемо дуже раді вашим відгукам, зворотньому зв'язку, і дуже зацікавлено робити для вас гарний контент, тому пишіть, які теми було б вам цікаво почути від нас в майбутньому. Сьогодні ми будемо говорити про рекрутинг, про процес роботи з талантами у великих IT-компаніях, зокрема GlobalLogic. Наша спікерка сьогодні Ірина Кононенко, є молодшою віцепрезиденткою компанії GlobalLogic. Вітаю, Ірина. Ірина ще більше про себе розкаже, про свою позицію в компанії та про свій кар'єрний шлях, який вона пройшла в рамках компанії GlobalLogic. Пару слів про наш формат. У вас у всіх є кнопка Q&A, через яку можете ставити свої питання. Ми розраховуємо приблизно на 40-50 хвилин лекційної частини нашого вебінару, а потім у нас буде сесія питань та відповіді десь 30 хвилин. Тому пишіть свої питання під час вебінару, пишіть їх наприкінці. Якщо у вас є якісь технічні питання, я буду вам одразу відповідати. Якщо це питання щодо контенту, Ірина дасть вам відповідь наприкінці вебінару. Ви отримаєте наприкінці вебінару, по завершенню вебінару, відеозапис та презентацію, яку ви можете використовувати подальше. Також відеозапис буде доступним на YouTube-каналі GlobalLogic Ukraine. Зараз нас близько 50 людей і активно доєднуються нові учасники, але ми вже будемо починати. Ірина, я передаю тобі слово. Оля, большое спасибо за представление. Очень рада быть с вами сегодня, и надеюсь, наша сегодняшняя коммуникация будет полезной и продуктивной для всех сторон. Я по чуть-чуть сейчас буду включать свою презентацию. Так, пару технических моментов. И подскажите мне, видите ли вы мой слайдек и экранчик? Так, мы обачиваем все ваши слайды. Отлично. Хорошо. Для того, чтобы понемножку начать, опять же, Оля чуть-чуть упомянула, собственно говоря, формат нашей сегодняшней беседы будет в первую очередь в моем монологе, держитесь, пожалуйста. Я буду сегодня говорить с вами о том, что происходит на нашем рынке, чем занимается GlobalLogic, чем занимается функция непосредственно, которую возглавляю я, как мы влияем на рынок, как рынок влияет на нас, как мы вместе формируем то новое молодое поколение, которое очень активно вливается в наши ряды. Все вопросы, если они у вас будут возникать, постепенно мы будем складировать в Q&A-сессию, и в конце нашей встречи я постараюсь точно так же ответить на ключевые из них. Говорить я буду на русском языке. Я, правда, очень работаю над тем, чтобы мой украинский звучал так же красиво, как и у Ольги, поэтому пока я в состоянии еще тренинга этой идеальной речи, поэтому сегодня буду с вами на русском. Итак, пожалуй, мы стартанем. На самом деле тема была достаточно широкая. Я получила достаточно большой свод вопросов, и он касался абсолютно всех тематик, вот от и до 180 градусов, и на каждый из этих вопросов, в принципе, можно было бы рассказывать и не то чтобы часами, но точно намного большим форматом, нежели 40-50 минут нашего общего времени. Поэтому, пожалуй, мы пройдемся в целом и общем по большим точкам. Немного расскажу, еще нырнув в то, что такое GlobalLogic,
чем занимается непосредственно функция и как мы работаем с кандидатским рынком. Вот немножко тех инсайтов, которые иногда, возможно, не видны со стороны. Пожалуй, поехали. Стартанем с моей биографией. Меня зовут Ирина Кононенко. Я, правда, в IT-сфере уже 15 лет. Это очень длительный срок. Длинную долю своей биографии я посвятила именно компании GlobalLogic, придя сюда на позицию абсолютно начального уровня рекрутера, специалиста по подбору специалистов. И в данный момент доросла до позиции, которую занимаю на сейчас, и, по сути, возглавляю тот отдел, в котором я пришла совсем абсолютно молодым специалистом. Я возглавляю направление Talent Acquisition Group. По сути, это направление поиска и привлечения технических специалистов, и отвечаю за полный цикл этого спектра. Так называемый рекрутинг — это уже, в принципе, слово, которое очень хорошо вошло в наш сленг. Более того, в функционале и зону, за которую я отвечаю, то точно так же входит пул внутренних специалистов, которые у нас уже есть, и, собственно говоря, точно так же вся кооперация с этими ребятами проходит через руки моего отдела, так называемый ресурсинг, то есть работа с внутренними талантами компании. За время своей работы в GlobalLogic я, по сути, попробовала на самом деле очень много проектов, направлений, поучаствовала в проектах от стаффинга совсем маленьких команд до роста огромных лаб, которые у нас случались, и на самом деле имею достаточно широкий опыт в кросс-культурных и кросс-географи, крутится на языке, больших проектов, которые связывают не только работу в одной стране, но, тем не менее, эти проекты, которые предполагают очень тесную взаимосвязь с нашими странами-спутниками, headquarters и так далее. Я покажу, почему это важно, буквально на следующем слайде. Собственно говоря, чем занимается моя команда? Работает с талантами. Чем измеряется результат работы этой команды? Это тем, что мы на регулярной основе прирастаем на 20% в год. Это мы сейчас говорим именно о территории Украины. Вот, собственно, там основной результат нашей деятельности. Если мы ныряем и говорим про GlobalLogic, я думаю, что мало кто из вас или, возможно, ваших знакомых, если вы каким-либо образом относитесь к IT-сфере, не слышал название этой команды, этой компании. Поэтому немного в двух словах о том, чем мы занимаемся и какие есть основные киты, на которых мы стоим. GlobalLogic — лидер в сфере услуг по разработке цифровых продуктов. Мы помогаем нашим клиентам практически со всем спектром услуг, которых их интересует. Это, по сути, проектировать, создавать новые продукты, разрабатывать платформы, переписывать их с нуля, предоставлять сервисный контент, предоставлять правильную, качественную аналитику или advisory по их запросам, по тому, как у них на сейчас существует их внутренняя инфраструктура, что с ней можно сделать по-другому и так далее. Мы достаточно большая компания, не зря мы GlobalLogic. По всему миру у нас насчитывается больше 16 тысяч специалистов. Это большие объемы для подобной сервисной R&D организации. Мы на сейчас присутствуем в 14 странах, но я бы скорее больше реферила именно на регион европейский, где нас на сейчас уже больше 6 тысяч, и самый большой, по сути, инженерный пул и пул правильных голов находится именно на территории Украины. То есть по Европе мы представлены в разных регионах, у нас существуют непосредственные разработческие центры в некоторых из стран. В некоторых странах мы представлены либо
представительством продаж, либо мы только входим на данный рынок. Тем не менее, регион очень быстро развивается, и наши заказчики в основном, неважно, с кем мы работаем, львиную долю это представляют компании американского рынка, но точно так же мы работаем и с европейским, и с израильским, и, по сути, наши клиенты тонким слоем присутствуют практически на всех континентах. Если мы говорим про непосредственно Украину, что, понятно, нам намного ближе, самые крупные, мы расположены в самых крупных городах и центрах, и на самом деле, если мы говорим о росте, который у нас случается в 20%, у нас в параллель растут все наши центры. Нету такого, что был очень большой перекос в какую-то одну из локаций. Одной из спецификой GlobalLogic является то, что мы работаем в абсолютно разных сферах и сегментах. Мы не зациклены на одном... Простите, пожалуйста. Извините, у меня моя машина решила апдейтнуться технически на палатке. Такое тоже может случаться. А еще у меня сверху идет ремонт, поэтому если вдруг будет что-то случаться с точки зрения таких звуков, не обращайте внимания, у меня там явно делают красоту где-то наверху. Хорошо, возвращаясь к нашему, к нашей теме. Что нас отличает от наших конкурентов, это то, что мы, правда, работаем в абсолютно разных технологических сегментах. Не циклимся либо на одном специфическом направлении и имеем абсолютно разную мозаику и задач, с которыми мы сталкиваемся, и, собственно говоря, основных направлений. Телеком, медицина, здоровье, медиа, индастриал, немного банкинга и так далее. Почему это важно? На самом деле это говорит о том, что внутри самой компании есть очень большой потенциал уже наработанного опыта, с большими и маленькими компаниями. Это огромные наработки с точки зрения уже успешного опыта и, собственно говоря, той экспертизы, которую мы имеем внутри. Мы, правда, можем предоставлять адвайзеры практически по всему спектру того, что сейчас происходит на рынке. Неважно, это маленькая компания, это большая компания, это конгломерат компаний и так далее. Двигаясь дальше, почему я очень часто говорю о том и реферю именно как раз на количество людей? На самом деле это может показаться со стороны немного странным, но компания GlobalLogic — это, по сути, платформа встреч. Меня сейчас спрашивают, чем занимается компания. Компания — это, по сути, отработанная платформа, где встречаются компании, которым необходима какая-либо помощь в IT, инфраструктурах, в задачах, апдейте, апгрейде и так далее. Не у всех компаний есть собственный IT-отдел. Не у всех компаний, у которых даже есть большие IT-отделы, они понимают, что нужно делать дальше для того, чтобы двигаться вперед, успевать за рынком и так далее. В такие моменты большие и малые игроки находят компании, которые специализируются в их домене, которые могут посмотреть, что у них проходит внутри, предоставить адвайзеры и, собственно говоря, приняв решение двигаться с точки зрения разработки в одну или в другую сторону, принимать стратегические решения. И, по сути, компания GlobalLogic — это там, где встречаются интересы и сами клиенты с талантами, людьми и экспертизой, которые могут это сделать. И почему я очень часто говорю о количестве этих людей? Потому что на самом деле, когда заходят большие компании, они смотрят на то, насколько компания стабильна, на то, как она растет, как она двигается, как долго можно будет сотрудничать с этой компанией в прошлом. Именно поэтому, обладая там большим количеством инженерного состава, мы, понятно, можем предоставлять достаточно быстрый сервис и формировать команды практически с нуля абсолютно там разного дивизиона и объема. Поэтому мы про людей. С этой точки зрения мы очень сильно про людей с точки зрения количества. Двигаясь дальше.
Поговорив немножко непосредственно о компании, стоит немного рассказать о том, как выглядит наш рынок. Опять же, эта информация, она в принципе есть в доступе, тем не менее нету единого источника на территории Украины на сейчас, который бы проводил абсолютно качественные социальные срезы и так далее. Поэтому скорее мы ориентируемся на сборную информацию из абсолютно разных источников, которые там своими силами пытаются сделать какую-либо оценку по рынку. Если мы говорим про сейчас, то общие объемы на рынке IT измеряются цифрой в 200 тысяч человек. Это на самом деле достаточно большой скоп и пул талантливых людей, которые у нас есть. Коровая часть из них, львиная доля, находится в Киеве. Но сейчас по предварительным оценкам это приблизительно 40% общего количества. Это Киев, Львов и Харьков приблизительно делят 12% и 15% соответственно. Тем не менее, даже из моего личного опыта, Львов в последнее время рванул очень сильно, и я бы говорила о том, что на сейчас Харьков и Львов это приблизительно одинаковое количество специалистов. Отдельно можно выделить еще достаточно крупные центры Одессы и Днепра. Все же остальные города, в принципе, тонким слоем распределяют между собой оставшиеся проценты по наличию специалистов. С точки зрения специализации, больше половины указанных специалистов, да, правда, находятся в разработке. Следующий прыжок по сферам интересов — это тестирование, как мануальное, так и автоматическое. Есть очень большая прослойка людей-руководителей, проектных менеджеров, сеньорных проектных менеджеров, которые работают с разной сеньорити и объемами проектов. Ну и, собственно говоря, оставшиеся other, тот, который у нас не поместился в наши 100%, это, по сути, все те специалисты, которые не могут себя официально причислить ни к одному из самых крупных кусочков. Туда входят и дизайнеры, туда входят инженеры, туда входят специалисты по безопасности и так далее. Список можно продолжать достаточно долго, но этот список очень сильно фрагментирован. Сейчас, в принципе, основные точки расставлены у нас здесь. Так, с точки зрения seniority у нас на самом деле, в принципе, достаточный паритет. Молодое поколение, оно сейчас начинает превалировать с точки зрения процентажа на рынке. Понятно, почему это происходит. Во-первых, зона и рынок сам по себе достаточно привлекательный, он очень активно развивается, и он с удовольствием включает в себя тех новых людей, которые готовы начать свою карьеру в IT, или людей, которые перестраиваются уже практически по ходу, меняя свою карьеру где-то в середине тоже в сторону IT. Я немножко расскажу позже о том, как это распределяется в другом dimension. Тем не менее, молодых специалистов у нас достаточно много. С точки зрения людей, которые 3-5 лет находятся в индустрии, это 30%, и практически 30% — это те, кто уже очень давно работает здесь и, по сути, стоял у истоков появления и разработки всех наших направлений. Двигаемся дальше. Немного рассказать о том, чем отличается наш рынок от всех остальных. Очень высокая конкуренция. Очень высокая конкуренция за таланты. На самом деле, эта тенденция не только Украины, это, по сути, глобальная проблема и то, с чем сталкивается IT-мир на сейчас. Цифра, которую я упоминала, это 18-20% роста, допустим, нашей компании. Рынок растет с шагом где-то 18-20% ежегодно. Но даже вот этот рост в
практически 20%. Он не покрывает, не покрывает и не успевает за развитием бизнеса. Поэтому на сейчас очень остро стоит вопрос как раз с тем, чтобы пополнять ряды талантливых айтишников и работать с университетами и с большой образовательной базой для того, чтобы мы заранее работали и могли поддержать университеты с точки зрения того, чтобы мы могли выпускать достаточно быстро хороших, качественных людей, которые могут практически сразу после университетской скамьи впрыгнуть в живые проекты и, по сути, сразу практически начинать добирать тот опыт, которого, возможно, практического иногда не хватает. С точки зрения конкуренции, это, правда, достаточно конкурентный рынок, и мы играем от кандидатов, работаем с пассивным пулом людей. Чаще всего люди, которые уже достигли определенного уровня, они не ходят по рынку в поисках счастливой, в поисках счастливой жизни. Как мы очень любим шутить внутри, этих людей нужно найти и осчастливить. Это вторая часть марлезонского балета, чем мы иногда занимаемся. С точки зрения market youth, это достаточно непривычно, тем не менее сфера очень сильно динамичная и, правда, достаточно молодая. Практически 90% всего IT-мира в Украине входит в возрастную рамку от 20 до 40 лет. Это очень молодая категория населения, которая может быстро развиваться, учить новое, впитывать в себя знания. Почему я отдельно делаю небольшой упор здесь? Потому что когда мы работаем с нашими клиентами зарубежными, неважно, это Европа, это Штаты, это другие страны зарубежья, очень часто мы сталкиваемся с тем, что у специалистов из тех стран есть невосприятие очень молодого возраста наших специалистов. Как это так? Как это человек? Вот ему еще там не до конца 30, а он уже претендует на архитекторскую позицию. Как этот человек может нам предоставлять какой-то взгляд со стороны. Тем не менее, мы очень активно боремся с этим стереотипом, потому что именно в этом заложено как раз вот то качество подготовки и то качество работы, которую человек проделал над собой за предыдущие годы. И это правда, в очень молодом возрасте люди уже могут решать абсолютно космические задачи. Ну, космос практически рядом. Об этом стоит помнить. У нас очень хорошо двигается так называемая diversity, именно разнообразие на рынке. Это мифы и легенды, с которыми мы очень часто сталкиваемся, и я самостоятельно очень рада бороться с этими мифами. Предполагается, что IT-мир — это чисто мужское поле деятельности. Это абсолютно не так. Но сейчас мы можем говорить про 24-25% представительниц прекрасного пола в этой сфере, и я очень рада, когда я вижу, насколько талантливыми, насколько классными могут быть девушки в абсолютно разных сферах. В сфере разработки, в сфере тестирования, решения там, не знаю, представительских функций, проектных менеджеров. И чем больше я таких лиц вижу, тем больше меня это драйвит. Поэтому если вы работаете или видите, что есть девушки, которые сомневаются, стоит или не стоит, всегда стоит попробовать. В этой сфере практически никогда ты не услышишь «нет», и здесь можно пробовать, здесь можно быть другой, тебе обязательно помогут. Работаем с этими стереотипами. И одна из очень основных вещей, которые нам на самом деле очень сильно мешают, нам сейчас неважно, о ком будет идти речь, это достаточно слабый английский. Первое, с чего стоит начать, это подтягивать английский. Даже если человек обладает абсолютно гениальными математическими способностями, но он не может прочитать техническую документацию, он не может коммуницировать с человеком, не знаю, с той стороны экрана, который может находиться в любой стране, это будет огромным барьером. Мы будем говорить «нет», потому что не будет возможности
возможности для общения. Человек, по сути, сам себя будет ограничивать в вариантах. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Если есть возможность заниматься самостоятельно, занимайтесь самостоятельно. Двигаемся дальше. Как выглядит рекрутинговый процесс? По сути, он абсолютно одинаковый практически для всех компаний. Нету ничего, чтобы было абсолютно там уникальным для нас, или практически во всех компаниях люди проходят приблизительно по тому же самому кругу. Поэтому по основным направлениям мы с вами пройдемся. Я немножко опущу первый шаг относительно того, как мы выходим на непосредственно CV человека, его резюме. Тем не менее, когда правильный профиль у нас появляется, мы в первую очередь связываемся с человеком. Это может быть телефонный звонок, это может быть Skype, это может быть любые мессенджеры, там, где можно с человеком немножко переговорить. В случае, если человек и специалист изъявляет интерес в дальнейшей беседе, собственно говоря, рассмотрении возможных предложений, мы переходим на стадию ревью CV и профайла с нашими внутренними техническими специалистами, так называемой технической панелью, где принимается решение, насколько человек нам подходит изначально только по профилю. В случае, если все окей, мы двигаемся дальше, мы приглашаем человека на личную встречу и собеседование. Собственно говоря, сейчас мы перешли немножко в формат удаленной работы, тем не менее личные собеседования — это основной формат работы в нашем недалеком прошлом. В момент непосредственно собеседования происходят две встречи. Первая — это с представителем рекрутингового отдела, там, где мы можем проговорить детали, ответить на вопросы человека, пообщаться, проверить с точки зрения софт-скиллов и так далее. И после этого уже привлекаются технические специалисты, которые могут общаться от часа до двух с кандидатом. Собственно говоря, именно на этой встрече перепроверяются основные знания. Базовые знания, проверяется теория, могут быть предложены несколько задач, где человек прямо на месте сидит, предлагает решение, дальше обсуждение возможных задач, обсуждение решения данных задач и, собственно говоря, принятие решения по человеку, насколько мы готовы двигаться дальше. В случае, если у нас проходит все хорошо, мы получаем позитивную оценку от нашей технической панели, кандидат точно также остается заинтересован в том направлении, где бы ему было интересно развиваться дальше, мы доходим до так называемого клиентского интервью. Клиентское интервью в нашем случае проходит не всегда, тем не менее оно присутствует, и основная цель у него часто это бывает точно такой же дополнительная перепроверка технических знаний, но на самом деле больше понять, с каким из людей им придется сталкиваться в дальнейшем. То есть здесь точно так же оцениваются и софт-скиллы, так называемые гнучки, навычки, и точно так же смотрят на формат мышления человека. В первую очередь, это, опять же, клиентское интервью может иметь под собой основу еще и ту же, про которую я рассказывала совсем недавно. Не все компании в прошлом, допустим, работали со специалистами из разных стран. Для них это точно так же новый опыт, и поэтому им нужно понимать, с кем они дальше в дальнейшем могут сотрудничать. Поэтому обычно на начальных этапах это практически всегда клиентский скрининг, фильтрация клиента. Если все проходит хорошо, то в дальнейшем мы, в принципе, переходим только на срез уже от компании Globalogic и самостоятельную оценку. Если у нас все хорошо, мы двигаемся дальше, ну и, по сути, продолжаем работу со специалистом, ударив по рукам. Дальше уже идут непосредственно шаги по тому, чтобы
человек комфортно смог присоединиться к компании, включиться в проект, и этому посвящена целая сеть активностей уже непосредственно внутри компании. Я в это углубляться не буду, тем не менее, рекрутинговый процесс, я предполагаю, что вам на сейчас достаточно понятен. Двигаясь дальше. Отдельно хотела проговорить, как именно молодые специалисты попадают к нам в компанию. Во-первых, с точки зрения привлечения в компанию мы стараемся держать то же самое разнообразие с точки зрения специалистов по уровню seniority. Это реальные данные за прошлый финансовый год, и если вы обратите внимание, у нас приблизительно в равных долях мы добавляем джуниорский состав, мы добавляем специалистов среднего уровня, и точно так же 30% у нас приблизительно, до 30% находится привлечение уже очень сеньорных ребят, архитекторов, лидов и так далее. То есть на самом деле это достаточно здравая пирамида, нету перекоса ни в одну, ни в другую сторону. И исходя из того, как мы работаем и работали именно с трейни и джуниор составом, наши основные источники данных кандидатов. В первую очередь это прямой поиск. Прямой поиск, на самом деле, он у нас работает практически на всех уровнях seniority. Это прямая работа с пулом кандидатов, с внутренней базой, с внешними поступлениями и так далее. Прямая работа рекрутингового отдела. Дальше идут сайты по размещению, сайты по размещению вакансий и реферальная программа «Приведи к другу» у нас точно так же дает результаты. Прямая работа с CV поступающими через наш официальный веб-пейдж и разнообразные компании в социальных сетях и так далее. На самом деле мы на сейчас работаем как раз над тем, чтобы некоторые из зон немножко подтянуть. Все, что касается, например, кампуса на сейчас или работы с университетами напрямую, если мы делаем какие-либо проекты, на сейчас хочется ориентироваться именно на людей, которые участвуют и, собственно говоря, как раз могут именно быть тем пополнением, которое уже по сути, попала в экосистему компании. Почему не двигаться с этими людьми, если у нас уже завязан определенный контакт? Двигаясь дальше. Как мы стафились в прошлом году? И, собственно говоря, немножко о технологиях. Основными, самыми популярными направлениями остаются у нас тестирование, автоматизация — это Java, это .NET. В прошлом году был достаточно большой спайк по запросу на Python, по JavaScript, по DevOps. Но они на сейчас достаточно сильно не меняют общую картинку подбора. С точки зрения популярности языков, об этом можно на самом деле найти достаточно хорошие отзывы непосредственно на DAO и посмотреть на причины, почему одни мои языки более популярны, тем не менее, почему там основная прослойка самых популярных языков все равно продолжает держать свою нишу. Очень рекомендую посмотреть на последний обзор, который выложили ребята, очень качественный. Тем не менее, с точки зрения рынка, мы, по сути, полностью зеркалим то, что происходит на рынке. На рынке точно так же востребованным остаются тестировщики, Java, .NET, JavaScript. Достаточно хорошо вырос в этом году направление C++ и Embedded. Ну и дальше уже пошли по уменьшению. Еще одна отсылка в то, как именно происходит фильтрация. Это достаточно важный шаг. Решила сделать, откомментировать его отдельно. Сейчас проверю время, что у нас остается. Я очень часто слышу либо вопросы, либо обратную связь от людей, которые попробовали,
попробовали податься на в определенную компанию, пройти ряд собеседований, получили отказы и, собственно говоря, опускают руки или не двигаются дальше, или думают, что все в этой жизни все пропало. На самом деле я хочу показать вам воронку. Вот это наши результаты по трейни, направления за прошлый год. Для того, чтобы... Это фактически данные из нашей системы. Количество CV, которое мы обработали для того, чтобы их для того, чтобы иметь 23% джойнинга, это практически 2000. 2000 кандидатов, которые, по сути, были каким-либо образом отмаркированы в системе. За количество профилей, которые были просто пересмотрены и пока никоим образом не отмечены, их в разы больше. Если вы видите конвертацию оттуда, то есть из 1700 резюме и профилей дошли до самого финала, у нас, по сути, 23%. Это 1/5. И это очень важно понимать. Никто никогда не будет идеальным. Понятно, что для позиции будут... Я чуть-чуть позже сейчас еще свечнусь на идеальный портрет кандидата, но я здесь хотела сделать упор. Отказы будут всегда. Нужно на отказах учиться. Это не говорит о том, что вы как специалист может быть плохим. Это говорит о том, что вам есть куда двигаться дальше. Любая оценка, которую вы прошли с нами, не с нами, с любой другой компанией на рынке, это очень большая школа. Люди, которые уже работают в системе, которые непосредственно после собеседования, прямо на месте, могут дать вам обратную связь. Даже если они вам говорят «нет», это огромный ресурс для того, чтобы спросить, куда дальше, что именно мне не хватило. Что я могу улучшить? Без вот этого вопроса вы не выходите ни с одного собеседования, потому что здесь, вот именно вот тут вам в трех словах скажут, что делать дальше. Вы выйдете оттуда, у вас будет запас того, с чем работать. И количество собеседований, по сути, собеседование — это вторая работа. Ничего страшного в этом нет. Собеседования будут в вашей жизни, если вы решаете выбрать IT как направление, они будут в вашей жизни постоянно. В этой сфере нет ничего вечного. Люди достаточно часто меняют проекты. Проекты могут заканчиваться. Вы заканчиваете просто проект, договоренности, которые должны быть. Вы заканчиваете разработку системы, проекта, он заканчивается, вы идете дальше. Вы там точно так же проходите следующую фильтрацию. Неважно, сколько вам лет, неважно, сколько лет вы в IT. Собеседование — это вторая работа, и этому надо учиться. Поэтому складывать лапки и очень сильно грустить по этому поводу не стоит. Здесь стоит работать. И как и над чем работать, вам могут подсказать именно на собеседовании. Фильтрация. 1 из 5 — это только тех, кого мы отметили. Количество профилей, которые мы просмотрели, в разы больше. Я его здесь даже не показывала никоим форматом. Несколько слов про идеальный портрет молодого специалиста и молодого бойца. Первое и основное. Понятно, что все обращают внимание на образование. Прекрасно, если есть правильное профильное техническое образование. It's okay, если оно не до конца профильное. Люди могут добивать дополнительным опытом. Ничего в этом страшного нет. Тем не менее, это преимущество. В профиле обязательно указывать любые дополнительные вещи, которые с вами случались и были прекрасными. Участие в олимпиадах, хакатоны, участие непосредственно в проектах, которые, возможно, проводились в университетах. Это в университетах, возможно, вы участвовали где-то, у вас были свои собственные pet projects. Я хочу, чтобы этим опытом можно было гордиться. Не стесняйтесь его озвучивать, особенно на самом начале. Более того, если мы говорим именно о любых программах университетских, стоит напоминать студентам о том, что этот опыт можно указывать в своем опыте. Это релевантный опыт, на который можно положиться. Ну и, собственно говоря, когда мы говорим про основные
тех скиллы специально не выкладывала ничего из дополнительных деталей. На любом из пабликов DAO можно открывать и, в принципе, оттуда начинать, какие основные азы, на что обращать внимание и так далее. На самом деле, с точки зрения фильтрации резюме, основным шагом будет все равно дополнительная либо личная беседа, либо дополнительный тест на проверку теоретических знаний и понимание того, почему ты работаешь именно с этим, а не с другим языком, почему ты развиваешься именно здесь. Теоретические основы должны отпадать от другого. Какие именно теоретические основы стоит перепроверить в открытых источниках, собственно говоря, ориентироваться еще на свой собственный опыт. Из дополнительных знаний всегда работа с документацией на английском языке. Неважно, это изучение новых материалов, это получение тасков по работе и так далее. Мы ориентируемся на эти вещи. Все на свете понимают, что люди не могут знать всего, что у людей не может быть практического опыта работы с огромными проектами, если человек только-только вылупился из образовательного процесса. Но понимание того, как работает система, где получать эти знания, у кого можно учиться и так далее, покажет и будет раздвигать сферу, покажет сферу ваших интересов и глубину погружения, насколько вы можете вытаскивать информацию самостоятельно. Из софт-скиллов, по сути, гибких навычек, это работа и умение работать в группе с людьми. Никто не выживет волком-одиночкой, вам придется работать с людьми. Умение договариваться, умение слышать и слушать, работать с ментором. Это готовность к работе с абсолютно разным скопом задач. Может быть, от простых вещей, через счастье прилетает что-то еще и так далее. Правильное восприятие задачи, правильно поставленные вопросы с точки зрения ожидания, что от тебя требуется и так далее. Элементарные вещи, которые помогут тебе, которые помогут человеку находить себя в социуме достаточно быстро. И, собственно говоря, английский язык. Все. Без вот этих вещей мы не взлетаем. Учимся, работаем и развиваем английский язык. Двигаясь дальше, я на самом деле немножко переела время. Давайте сейчас расскажу из основных кусков. В каком формате мы работаем с университетами? На самом деле это могут быть абсолютно разные вещи. Начиная от поддержки каких-либо уже мероприятий, которые проводятся самим высшим учебным заведением, до дополнительных проведения лекций, воркшопов, единоразовых акций, где можно прийти и пообщаться с ребятами или в человеческом формате здесь и сейчас, подготовка к этим мероприятиям и так далее. Это, допустим, точечные вещи, которые можно делать, ну, я не знаю, абсолютно легко, практически с любого дня нашего совместного сотрудничества. Пункт номер два — это достаточно более сеньорного уровня и более глубокие программы, которые можно делать. И на самом деле у нас уже есть в этом опыт, и он имеет качественный успех, сказала бы я. Это разработка отдельных R&D-проектов вместе с командами. Я сейчас проговорю буквально в нескольких шагах. Это работа и подготовка длительных курсов вместе с университетами по определенному направлению, именно проработка целого курса, начитки лекций, в которых могут участвовать наши ребята, и, по сути, форматировать непосредственно программу под то, как, какие задачи есть у существующего рынка и в какую сторону стоит двигаться, как это выглядит со стороны существующей
существующих задач в живом варианте. Это разработка бакалаврских и магистерских программ вместе с университетами. По сути, от самого начала, как только мы разработка самой программы, участие в построении, начитка материалов и поддержка группы и формата на протяжении всего периода. Ну и, собственно говоря, оценка на самом финале по достижению финальной точки. Точно так же для того, чтобы давать людям работать с живыми задачами, с тем, с чем специалистам придется столкнуться буквально через, не знаю, несколько месяцев после того, как они выйдут из школ, из учебных заведений. И если мы говорим о совместных курсах, то, что ребята делают уже на сейчас, мы работаем и в Киеве, и в Харькове, во Львове ведем очень активную работу. Направления могут быть абсолютно разные. Основная задача точно так же повышать качество образования и доносить непосредственные реалии нашего рынка и наших существующих задач, вот уже внедрять это с самых первых азов. Работать точно так же с преподавателями, потому что это основное теоретическое и практическое ДНК, которое передается дальше. С точки зрения работы с преподавателями, мы сейчас запустили целую сетку курсов, которые прошли у нас точно так же в разных локациях. У нас за прошлый год мы поработали с представителями более 12 университетов, и через программу прошли более 70 преподавателей. Это был проектный менеджмент, как он выглядит, в каком формате все работает. Это была достаточно глубокая работа в embedded направлении, все, что связано с Linux, с сетями, глубоком C программировании и так далее. В Николаеве случилась прекрасная .NET программа для преподавателей, что тоже было воспринято очень позитивно. Это отдельные программы, где сами, как преподаватели, можете поучаствовать и, собственно говоря, чуть-чуть подтянуть себя или, возможно, дозаполнить свою карту мира существующим запросом и поработать напрямую с людьми, которые работают напрямую с бизнесом, почувствовать, как это, вот как теория, она сейчас может быть применена на практике в живых направлениях. И большие R&D-проекты, которые на самом деле мы тоже делаем с университетами, абсолютно разного формата. Одна программа не похожа на другую, но это на самом деле может быть абсолютно комплексная решение, которое начинается с идеи сбора команды, точно так же подготовка, возможно, даже через тестирование или собеседование, подбор ребят, которые готовы участвовать. Это, по сути, как отдельная проектная работа, как выстраиваются таймлайны, как работать в команде, как работать под руководством, какие коммитменты будут происходить. И, собственно говоря, от идеи до самой реализации мы точно так же работаем с университетами. Я думаю, что более в деталях, если интересуют именно такие большие направления или любые из пунктов, которые я назвала выше, можно спокойно находить наших прекрасных представителей из GlobalLogic Education. Ребята ответят на все интересующие вопросы, более того, копнут в те детали, которые там, на сейчас я прошла очень сильно поверхностно. Это Евгений Сокола, который отвечает, в принципе, за работу у нас с университетами. В Киеве прекрасная Оля, которая уже встречала нас сегодня, Светлана Шаповала и Анастасия Ваських в Харькове и во Львове соответственно. Поэтому так, кажется, я даже дошла практически до финала. Вот так вкратце мы прошли всю нашу историю. Готова послушать ваши вопросы, ну и, наверное, обратную связь.
Спасибо, Ирина, за такой подробный доклад. У нас есть несколько вопросов. Первый вопрос был, насколько важны бизнес-компетентности для претендента и какие? Еще раз, бизнес. Бизнес-компетентности для претендента. Бизнес-компетентности. Я не очень могу разобрать на атомы, что именно это такое, скажу честно. Возможно, не уловила сам вопрос. Анна, может быть, вы допишите в комментарии, что именно вы имели в виду, и мы тогда вернемся к этому вопросу. Я бы сказала, что на начальном этапе очень хорошее знание бизнес-сферы не обязательно. Но это очень часто является, я бы даже сказала, не бизнес-сферы, а прикладной сферы, в которой человек, допустим, готов работать и развиваться дальше. Например, это медицина. Если проекты, с которыми человек работает, каким-либо образом привязаны к этой сфере, и в этой сфере есть дополнительное образование, дополнительный предыдущий опыт, я не знаю, в фармацевтике, еще где-то, там, в биоразработке, биохакинг, который сейчас есть. Очень много сфер, которые перестают быть только там эфемерно стоящими отдельно. Сейчас будет IT всегда идти на стыке с какими-либо вот сферами бизнесовыми, практическими и так далее. И вот правильное, допустим, если есть хобби в данной сфере, если есть понимание того, как работают корпорации в этой сфере, как двигается рынок в данной сфере, если вы, допустим, претендуете на работу в проекте, в который связан с, не знаю, там, с блокчейном, со всем остальным и так далее, понимать, как двигаются, как работают компании, читать и разбираться в этой сфере чуть больше, не только в технологической составляющей, а что может быть еще и больше. Вот эта сфера будет всегда добавлять. Но понятно, что на ранних этапах, когда еще не совсем там сформировано точно вижен, что я буду двигаться только сюда, или у меня хорошо получается именно это, я бы сказала, что это не самая критичная точка отсчета. Надеюсь, ответила. Спасибо. Тогда переходим ко второму вопросу. В вебинарах SoftServe часто слышал о различных программах сертификации. Представители EPAM говорят то, что им сертификация до лампочки. Важна ли сертификация, и если да, то по каким направлениям, вендорам и уровням сертификации? Я бы сказала, что это не a must. Это зависит все равно от точно так же технологической сферы и специфики работы, возможно, с определенными клиентами. Если есть очень сильно секьюрные проекты, которые очень тщательно относятся к тому, с какими специалистами они будут работать, тогда дополнительные сертификаты любого формата, особенно любого, не любого, тогда дополнительные сертификаты официальные, которые признаны на мировом уровне, будут играть в плюс. Тем не менее, на сейчас это не абсолютная необходимость, сказала бы я. И это все равно зависит от направления. Если вы работаете с базами данных, если вы работаете со специфическим направлением, не знаю, например, это консультанты по разработке и внедрению Oracle, SAP и так далее. Ну, то есть это не работа в отдельных проектах, это, по сути, работа внутри огромных конгломератов. Там нужно постоянно сертифицироваться. Если это стандартная разработка, скорее всего, нет, но это желательно. Спасибо. Следующий вопрос. Берет ли компания GlobalLogic студентов на учебную производственную практику? Ира, я с твоего позволения отвечу. Ира, я думаю, что да. Ты здесь, да. На данный момент у нас реализована программа прохождения практики студентами, теми, которые являются сотрудниками компании. Если же студент не является сотрудником GlobalLogic, то мы берем на практику студентов только в тех случаях, когда у нас есть совместная бакалаврская, сертификационная или магистерская программа в форме дуального образования. Те студенты, которые идут на наши совместные программы, могут проходить у нас практику. Пока что только так.
брать вообще студентов из любых вузов и любых студентов на практику мы пока что не можем по бюрократическим вопросам и по возможности нашего capacity вообще брать какое-то количество студентов на наши проекты. Тем более, что, я думаю, не секрет, что IT-компании работают под договорами о неразглашении информации, и это тоже дополнительная сложность для того, чтобы студенты могли проходить практику у нас. Дальше у нас вопрос, сколько в среднем у вас по времени процессится кандидат от момента контакта до интервью? На самом деле мы стараемся этот тайминг минимизировать. Я бы говорила о том, что в течение недели точно должен был, если первый раз вас сконтактировали, вы договорились двигаться дальше, в течение рабочей недели должен произойти следующий контакт или, по крайней мере, договоренность о следующем этапе. Я бы говорила, что максимум это 2 недели. Если у нас предполагается еще собеседование с нашим клиентом, вот здесь у нас тайминг может двигаться. То есть оптимально для нас первый контакт с кандидатом, мы договорились, в течение 1, 2, 3 дней назначается следующий этап разговора непосредственно с техническими представителями нашей техпанели. И дальнейший шаг, если у нас есть еще клиентская фильтрация, дальше назначается следующий шаг. И вот этот следующий шаг, к сожалению, иногда не тот, на который мы можем повлиять. Вот в основном именно там случаются заминки. Во-первых, разные часовые зоны. Где-то кто-то не увидел какого-то сообщения. Нужно напомнить о себе, еще раз вернуться, пока у них вдруг что-то потерялось, а вдруг где-то у них там что-то рухнуло и так далее. Ну, то есть бывают абсолютно разные жизненные ситуации, которые на это влияют. Но мы стараемся очень сильно оптимизировать этот подход. Не всегда получается, но, тем не менее, оптимально это в течение недели порешать все этапы. Если складывается у кандидата, если складывается со стороны заказчика все в порядке, ну и все располагают тем временем, которое необходимо на это. Максимально сокращать. Мы все понимаем, что чем быстрее будет принято решение, тем всем будет комфортнее, никто не заинтересован в том, чтобы растягивать сроки. На самом деле это не только, я сейчас говорю про компанию GlobalLogic, неважно, с какой компанией вы общаетесь, все заинтересованы в том, чтобы в кратчайшие сроки найти человека, который им необходим. Бывают объективные вещи, которые поддерживают процесс. К этому нужно относиться чуть-чуть легче. Те, кто быстрее проворачиваются, понятно, что они в чуть более лучшей ситуации, а не в дамках. И не бойтесь напоминать о себе. Если вдруг, неважно, на любом из этапов появилась пауза, спокойно можно отстучаться и напомнить о себе. Те же самые, мы все человеки, кто-то мог заболеть, где-то появился, не знаю, дополнительный дилей от интервьюера, где-то от клиента поменялась ситуация, и тогда случится может все что угодно. Про вас не забыли. Возможно, сейчас они пытаются что-то порешать, просто вы не видите ту ситуацию, которая есть в реальности. Постучите, и к вам вернутся с обратной связью в любом случае. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Есть ли на данное время джуниорские вакансии в компании по специализации QA-менеджер во Львове? Так. Я сейчас прямо сходу не могу этого сказать. Почему не могу? Не потому что не хочу. На самом деле скоп вакансий, которые у нас есть на постоянной основе, мы говорим там об объемах 500 вакансий по всей Украине и так далее, открытые специальности. На сейчас мы немного притормозили с большим и активным поиском
по джуниорным направлениям, в принципе, потому что сейчас весь бизнес по всему миру немного притормозился и пытается перестроиться. Вот мы сейчас точно так же пытаемся понять, в каком из направлений мы будем двигаться дальше. Как только у нас будет unfreeze по направлениям, которые у нас приостановились, вся информация будет отображена на нашем веб-сайте, и, собственно говоря, на эти позиции точно так же можно будет претендовать, полагаться. Либо найти меня в LinkedIn, и я точно вам тогда отвечу, существует или не существует, либо мониторить непосредственно на веб-пейдж и подаваться. It's okay, кстати, applyться несколько раз, подавать свой профиль несколько раз на разные направления, на разные IRC или там номера, которые закреплены за определенным направлением. Ничего страшного этого не будет, вы повышаете свои шансы. Спасибо. Также есть вопрос, какие дисциплины вы рекомендуете изучать в рамках совместных программ с университетами? Оля? Ну, я думаю, у нас будет одинаковый ответ с Ирой на этот счет. Эти вещи не могут быть стабильными из года в год. У нас есть несколько стратегических направлений, где мы регулярно проводим программы, вне зависимости от того, есть у нас сейчас потребность набрать людей такого, ну, такого направления или нет, они разные в зависимости от локации. Там, например, в Киеве в этом году это embedded, мы проводим программы, не ориентируясь как бы конкретно сейчас, не привязываясь к вакансиям. Да, мы хотим это направление в целом развивать, его мало в Украине, и его мало в университетах, и чувствуется, что здесь нужна помощь нашей компании для университета. Если мы проводим любую программу, какая бы она ни была, если она с лейблом GlobalLogic, это значит, что мы в целом заинтересованы в развитии такой компетенции на рынке или даже конкретно в поиске людей сейчас на вакансии в этом направлении. Поэтому любая совместная программа, я думаю, это в принципе релевантно и к другим компаниям, и к другим программам. Абсолютно. Если это существует, значит, она зачем-то нужна. То есть мы не делаем программы просто так, потому что это интересно. Мы делаем их конкретно, потому что это нужно нашей индустрии. Поэтому любая совместная программа имеет смысл. Дальше у нас вопрос. Подскажите, пожалуйста, сколько, по вашему мнению, до какого момента целесообразно кандидату добиваться предложения в желаемую компанию? До какого сигнала и сколько раз, если он уже проходил интервью и получал отказ в ней? Ну, я бы говорила, что если мы говорим о начальном джуниорном этапе, раза 3-4 — это абсолютно файн. Если в какой-то момент вы получаете в четвертый раз, например, отказ, ну вот вопрос, к которому я бы хотела, чтобы мы возвращались. На техническом собеседовании, когда вы общаетесь с техническим специалистом, задать вопрос, где что пошло не так, на какие сферы мне обратить внимание. Очень быстро дадут обратную связь. Если между этими собеседованиями вы каждый раз задавали этот вопрос, и, собственно говоря, между ними вы подтягивали эти сферы, возможно, у вас не будет четвертого раза. Вопрос в том, чтобы не просто выйти и закрыть за собой дверь. Ребята, какие сферы для развития? Где вы видите у меня какие-то направления? И после этого пробоваться. Ну, точно так же, если, допустим, с четвертого, с пятого раза вы не зашли, но, тем не менее, вы подали в другую компанию и спокойно прошли там на трейни, джун, мид, роль и так далее, прекрасно, у вас есть возможность отработать там все те навычки, которые вам нужны, и, возможно, через несколько лет, ну, все равно мы где-то встретимся на рынке, слишком узкий рынок, вы уже будете немножко другим человеком, мы будем в другой компании, рынок уже немножко изменится. Самое главное, не опускать руки. Вот, правда, между «нет» обязательно должна быть дополнительная прокачка. Просто задавать вопрос, почему нет? Почему нет и в каких именно? Не потому, что я несчастный, у меня не получилось, а потому, что мне чуть-чуть не хватает. Вот если это чуть-чуть не хватает, мы возвращаемся домой и это прокачиваем. Курсы, вопросы, материалы, посмотреть, как это делают другие, сходить на GitHub, посмотреть, как это реализовано там. Мы подкачались, мы закрыли для себя этот вопрос, мы идем дальше, мы возвращаемся. И, собственно говоря, у нас происходит все немножко по-другому. Не опускать ручки. Тут был дополнительный вопрос от той же авторки вопроса. Что, если речь идет не про джуниор вакансии, а более сеньорного уровня? То же самое. Вопрос относительно того, как вы оцениваете, как прошло собеседование.
это хорошо, плохо? Какие зоны для развития вы у меня видите? Никто не умрет от этого вопроса. Вам, ну, вам подскажут. Вот здесь было хорошо, вот здесь я бы сделала немножко по-другому, вот здесь и так, и так далее. Неважно, на каком уровне. Ну, я думаю, что если вы уже там на уровне сеньор-архитектор, точно так же можно там, если что, и поспорить, и поговорить с ребятами, как в каком формате они видели решение той или другой задачи и так далее. Там уже немножко разные весовые категории, сказала бы я. Неважно, на каком уровне вы находитесь. Спасибо. Нужно ли к своему резюме писать сопроводительное письмо? И если нужно, то о чем там необходимо писать? Если честно, это сопроводительное письмо не всегда работает. Ну, по крайней мере, не только на основании самого сопроводительного письма будут приниматься решения. Скорее, сопроводительное письмо — это... знак вежливости и качества. Сопроводительное письмо не должно быть огромным. То есть если там 3 абзаца мелким почерком и там биография до, там, начиная с 1 класса, скорее всего, будет прочитана только первая часть, дальше мы сразу посмотрим на профиль. А сопроводительное письмо должно быть вкратце. Я такой-то, такой-то, пожалуйста, заинтересован в этой сфере, потому что вот это и вот это. Пожалуйста, рассмотрите меня туда. Не надо огромного количества информации. Почему? Что интересует? Обратите внимание. У меня был подобный, не знаю, опыт в сфере вот здесь, даже если это там напрямую не отмаркировано где-то еще. На это обратят внимание. Спасибо. И также у нас есть вопрос, чи потрібна співпраця представників IT-ринку і університетів для підготовки майбутніх HR-фахівців для IT-ринку? На самом деле, это хороший философский вопрос. Мы точно так же готовим кадры. Мы точно так же готовим кадры по всем направлениям. У нас очень хорошо проходит миграция, то есть люди из, я сейчас не говорю именно про рекрутинговое направление, но скорее именно про хороший качественный HR, ребята из других направлений и областей очень хорошо переключаются, потому что на самом деле, если обладать правильной базой, теоретической, инструментарной, и при этом хорошо... зная и коммуницируя на английском языке, это вот так. Потому что на самом деле компании все одинаковые, бизнесы все внутри одинаковые, всем точно так же нужен человек, всем точно так же нужен HR-advisor. Если мы говорим именно непосредственно о рекрутинговом направлении, здесь мы работаем над кадрами. Я очень поддерживаю направление и начитку курсов, начитку программ, точно так же для того, чтобы людям, которые стремятся развиваться в этом направлении, была возможность пощупать изнутри, как это выглядит. Точно так же мы уже, в принципе, знаем школы, которые дают очень хорошую подготовку. Я, по сути, прошла вот этот путь. Никто не учил, не было учителей. В принципе, таких ни должностей, ни сфер не существовало. Это саморазвитие, это менторские программы, это точно так же участие и задавание вопросов людям, которые уже в этом имеют какой-либо опыт. И да, я очень поощряю такие и школы, и с удовольствием мы проводим на своей территории мероприятия и для HR-ов, и для рекрутинг-специалистов, для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы давать знания, для того, чтобы насыщать рынок качеством. Потому что точно так же, когда ты приходишь зеленый в новую сферу, ты делаешь ошибки, ты наступаешь там на камни, на которые, возможно, ты не наступил, если бы ты знал как. Поэтому я очень поддерживаю данное направление, мы стараемся точно так же участвовать и насыщать качеством, вот поднимать эту планку, бить мифы. Мы можем быть очень качественными.
Спасибо. Я думаю, що на цьому ми завершимо наш вебінар. Я хочу подякувати Ірині за таку ґрунтовну доповідь та ґрунтовні відповіді на питання. І дуже хочу подякувати всім учасникам. Нас було приблизно 70 людей на цьому вебінарі. Ми запрошуємо вас приєднатися на інші наші вебінари, які як для викладачів, так і технічної сфери, цикл вебінарів On Air. Якщо ви щось пропустили, хочете подивитися, ви можете всі наші вебінари подивитися на нашому YouTube-каналі. Також підписуйтесь на телеграм-канал Global Logic Education, там будуть всі анонси всіх наших ініціатив, як і вебінарів, так і навчальних програм для викладачів, для студентів і всіх наших ініціатив, які ми робимо з університетами і не тільки. Також там є вакансії для молодих спеціалістів, трейні та джун левела по всіх наших вакансіях. Ви отримаєте, ще раз нагадую, ви отримаєте собі відеозапис та презентацію цього вебінару. Якщо у вас є питання по співпраці, ви можете звертатися до мене. Були такі коментарі. В презентації є мої контакти, мій емейл. Нагадую, мене звати Ольга Курна. Пишіть мені або будь-якому чи якій моїй колезі, якщо хочете співпрацювати з Global Logic в плані освітніх ініціатив. Дякую вам за увагу, бажаю вам гарного дня та чекаємо на наступних вебінарах.